Каждый из этих заинтересованных читинцев стал заниматься продажами по разным причинам. Но то, что они уже пришли на семинар бизнес-тренера Майкла Бенга, значит, что не только любят свою работу, но и готовы развиваться. Для этого, по словам гуру в сфере продаж, нужно относиться к делу со страстью. Эмоции и энергии – вот спасательные круги в любые, даже самые сложные времена. Мы пытаемся раскрыть людей эмоционально для того, чтобы вот этот заряд энергии обеспечить. Потому что очень важно, чтобы было много энергии для того, чтобы выживать в экстремальном мире. Особенно вот в последнее время, когда очень много экономического стресса наблюдается в разных индустриях. В целом, я вижу, что здесь люди большие молодцы, очень приятные люди. Мы здесь бывали в хороших ресторанах у вас. Мы познакомились с очень приятными людьми здесь. Поэтому мы очень довольны своими приездами сюда. Майкл Бенг делился с читинцами знаниями в течение 3 дней. Вначале обучал читинских предпринимателей, как управлять отделом продаж, а затем поработал с сотрудниками компаний. Новые техники узнали и работники Забайкальской медиагруппы. Колоссальный опыт. Теперь мы четко понимаем, как будет работать наша команда. И прежде всего, для наших рекламодателей мы будем настроены на успех и помогать нашим клиентам развивать свой бизнес и идти только вперед. Все те, кто не успел подпитаться новыми знаниями, не упустите свой шанс в октябре. К слову, познакомиться с Майклом Бенгом читинцам помогла компания «Азбука бизнеса». Валерия Кошнина, Константин Васильев, ЗАП ТВ.